Так, ребят, очередной бой в BFC. Теперь как бы уже в основной лиге, да, то есть не... не по правилам кулачки, а по общим правилам. С Егором Беляковым деремся. Звезда шоу-клетка. Вы все его прекрасно знаете. Все, кто в мире UFC крутится, они все знают Егора Белякова, потому что, ну, это звезда. Так, немножко подзаболел, так что не обращайте внимания, что голос будет хриплый. Немножко буду под, так сказать... хрипывать, подкашливать, но я думаю, ничего страшного. Так, хорошо. В раз 5 я не дался. Ай, хорош, хорош, хорош. Я что-то не подумал даже об этом. Так, разбил меня немножко уже Егорка. Ладно, ладно, накидал немного, да. Так. Ладно. Хорошо, хорошо. Молодец. Молодец, Егор. Хорош. Ой-ой-ой. Хорошо. Нормально, 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 нормально. Держимся. Хорошо, хорошо. Нормально. Хорошо, нормальный раунд. Мы, конечно, потратили много стамины, но а что сделаешь? Вначале я нахватался очень много, всего, ну, как бы очень много нахватал. Но потом как-то более-менее пошло. Единственное, что, конечно, он работает в корпус, а я нет. Это большой минус. Рано, что я не полетел добивать. Это такое себе, как бы, движение. Так, все, поехали добивать. Так, ну все нормально, в принципе, развалили Егора. Как бы уважение ему. Хорошо себя показал, на самом деле. Очень хорошо. Но, как бы, у чемпиона легчайшего веса есть имя, и это Доминик Круз. Все это понимают. Давайте, ребят, пока.